Всем привет, меня зовут Артём. Это видео специально для канала «Всё о стиральных машинах и бытовой технике». Итак, всё начинается с того, что мы внутрь машинки закладываем бельё. Сегодня мы закладываем цветное бельё. Берём всё бельё, закладываем. И закрываем дверцу машинки до щелчка. Щелчок был. Далее сюда нужно засыпать порошок. И сюда нужно засыпать кондиционер. Берем порошок. Берем мерный стаканчик. Засыпаем примерно до сюда порошка. Высыпаем его на второй лоток. Засыпали. Порошок нам больше не нужен. Берем кондиционер, наливаем в мерный стаканчик кондиционер для белья и заливаем его в первый лоток. Все это указано в инструкции по эксплуатации вашей стиральной машинки. Далее закрываем лоток. Потом выставляем программу. Специальная программа здесь, на этой машинке есть цветное. Выставляем первую позицию, выставили. Дальше выставляем температуру, при которой будет проводиться стирка. Здесь у нас будет 40 градусов. Дальше мы выставляем обороты. Будет 1000 оборотов. Вот, выставили. Дальше подключаем машинку к электросети. Сделали. Все, машинка готова к использованию. Дальше нажимаем кнопку включения. Все, лампочка загорелась. И кнопку пуск. Но перед этим мы еще запустим дополнительное полоскание. Запустили. Теперь кнопку паузу пуск. И машинка производит набор воды и производится дальше стирка. Лучше со стиральной машинки все убрать, потому что она будет трястись во время стирки, чтобы ничего с нее не упало. Все, теперь остается только ждать. На этом обзор закончен. Все права принадлежат каналу «Все о стиральных машинах» и бытовой технике.